себе. Так палки донить просто такой себе. Невыгодная затея. Не, выгодно. Справедливо. Не, справедливо, да справедливо, но невыгодно. Че, адмирал, понял, что магам нехорошо на трэш лезть, да? Нет. Решил постоять. Я говорю, мне нужно будет уйти, поэтому я буду периодически отходить. Я как бы здесь, но я как бы не здесь. В Австралии, да? Как суслик, что ли? Суслик. Ты мне катушку дай, она как бы и твоя, но как бы у меня полежит. Ну хочешь, забирай, на. Да я шучу, что-то. Я не это, отдаю, старый, старый, знаешь это, распыли, я потом скажу, я тебе ее отдавал вообще-то. А у меня, оказывается, даже одна ручка есть. Видишь, как много фактов ты о своей магии узнаешь в дальневосточном. Не, я просто, либо... Вот такая одна ручка, а остальное не считается. Либо так, если совсем нахуй никому не надо, но мне когда-нибудь подойдет на роль как типа на офспек, а в основном жму грид типа распылить. Не, ну вообще как бы мазафакеру это бистер штука уже, учитывая то, что у него 13. Тут я такой кинжалик нашел, блядь. Маг же кинжал доносит. Какой? С лича? С десятки хэмки? Нет, 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 с ребра. Духа очень грустно. Да, дух крит. Значит, я скажу, лучше носи посох. Можешь сразу рекапы свои перебивать, готовиться. Да у меня и так перекап крита. Я не докап хосты. Забери тактика. Да как может быть рекап крита, я не понимаю, третья карта, у тебя не может быть такого. Может быть. Если у тебя не в дух все вкинут. Когда у тебя не будет все в СПД вкинуто, тогда у тебя будет рекап. У меня все в СПД вкинуто. Сколько у тебя крита? Под проками, ну под этими, под бафами, в смысле без бафа, вот под своими бафами, но под проком трини, которая вот эта постоянная, с ней 72%, а нужно 71,5%. Я хуй его знаю. У тебя все усилки в СПД? Да, но у меня СПД мало, пиздец, я не знаю, просто где я... Просто я не знаю, где я проебался так, что именно... Ну, как минимум, уже сразу кольцо тыкнуть, где у тебя 18 крита и 18. А, у тебя еще посох дохуя крита дает. Да, мне посох. Каждый стоки-то это крит. Естественно, хотя, в принципе, в бисшмоте, блядь, это возможно. Знаешь, вот сижу я со своими 200 с чем-то там усилками, да, везде да. Почти сотка в двух. И как у меня все равно СПД больше, чем у него, я не... У меня 129 СПД в двух. Но прикол в том, что у меня только всего СПД 160, всего 160 усилков, блядь. А сейчас СПД 4.3. Блядь, пацаны, резните, ебаный в рот, пожалуйста, сколько раз можно просить? Я только сейчас услышал. Я тоже. 10 раз просил. Я маг, я резать не умею. Я маг, я резать умею. Смотрим, тут в хилах спекнешься. Я так же саппорт тут пьем. Похуй, чё. Шинмен. Жужик. Да, ну без ДЦ, конечно, чё-то нет, печаль без не скажу. Без ДЦ вообще грустно. 15 минут уже прошло, но. Где Японь? Нас не ебать. Все, нас наебали, расходимся. Давай, давай. Сейчас я вам позвоню, кстати. Можете подождать минуту. Адмирал Гримперчик. Денчик, раздай МП5. МК обновить. Ну, а белка на меня тоже обнови. В каких ты касках? Я каски пафу всем, кроме паладина. Почему? Я, короче, не знаю, кто там МП5 бафает.
Вы не можете, блядь, вас забраться, кто че баф. А свитка на пристабаф нет ни у кого? Сейчас, где мне телефон, блядь? Блин, вы определитесь, теперь нет каски. Ничего. Я не знал то, что... Все, теперь нормально. Персика ждем. Мирал, сколько тебя ждать? По готовности. Все, готово все, да? Да. Поехали. Я просто горному пошел. Что с хилом? Я же никого пошел. БР, дайте по двум магам. Меня 14 секунд не хилили.
блядь, глыбу прожать можешь на перефазе? Я видел, как ты ждал. Рейндж наберите, блядь. Прохил. Начинаем представление. Вот как. У тебя не получилось. Блять, у вас вроде 4 хила, блять. Вы прохилить не можете. Я клакбону ушел. У меня вылетело. Белодона кусить. Кирзгац. Багруха. Блядь, ты же в курсе, да, что я другую шею взял уже? Ты че, ты брать не будешь, что ли? Да не бери, я заберу, слышишь? Бери, я плащ возьму, у меня хватает. Мне тапки с Жайна нужно только. Заебись. Вот так и знал, что если я возьму вот эту шею скеля, на следующем КД выпадет эта сраная багруха. Так шея скеля не такая дорогая. Там меткость, тут ты хас. Шею так. Такое брать, она 100% падает. Ой, ты куда нас повел? А? А куда мы идем? Мы Рафа убили. А ты на мейн ролишь или на... А, я забыл, что убили. Это, ну, успех. А чё, новый контент, геройские печеньки на мейнспек без ГП. Это ты обычную роль, или? Нет, я, нет, я просто говорю. Ещё нет? Я бы ещё какой-нибудь камушек на крит взял. Чё? Ещё бы какой-нибудь камушек на крит взять, сразу поставь. Могу тебе прямо сейчас сдать, если после рейда скинь. Я голду могу сейчас отдать. Адмирал, долбоёб. Кэсик, хватит? Адмирал, вот адмирала, что ли, пошли? У меня такое при себе просто валяется. Чё, поехали, трэш. Давай, ладно, я тебя скину после рейда. Я же запасливый. Заранее. Я смотрю, ни у кого закопал. У всех багруха есть, это ничего, в чем. А у кого есть это, с этой ДПС? С этого босса. С последним. А кого с него там ДПС за. Понятно, я просто хочу посмотреть. 29 900 там мастера.
У меня просто циферки вообще не показывались, поэтому не могу так. Немножко не тот ползки, немножко пипись поможет. Сколько в топе запушено? Сколько людей? Варты упушены его? Естественно, 29. Просто не видел свои криты по 100к там, Т5. Это так посмотреть. Если сколько паловская, ты 5 ударит. Все укусят когда-нибудь. Типа 1300 вроде. Минимум. 300 это без крита, наверное. Скорее всего. С критом под полмиллиона максимум. Если там фетиш прокнетыш. Так молотки будут потом лететь. А, если сейчас плащик выпадет, будет ништяк. Для пиздец, как багруха, эти, катушка. Блять, там чтобы эти 300 настакать, вы уже ебашите намного больше своим крипом. Еще дабл плащи выпадут. Было бы чат. Эх, господи. Уже бомбочку повесить нельзя. Вешаешь, значит, такую бомбочку под Т5 и свечишься в другой таргет. И на тебя бежит первый мод. А вот когда ты кинул эту бомбочку еще раз, надо ее потом кидать? Там же какой-то баф дает. Нет, не надо. Ее она кидаешь, бежит. Она взрывается, раскидывает на весь трэш в радиусе, там, не помню, 12, по-моему, метров на всех бомбочек. Да, такие же. И когда они взрываются, они еще раз. Но бежит. Она работает некорректно. Она вообще должна наносить намного больше урона, и когда она взрывается, там еще больше урона должно наносить. Чего? Ну типа это должно быть как альтернатива, как в соло таргет кидать. Но сейчас она работает некорректно. Тикс нахуй. Я бы не сказал, она по 30 тысяч за тик тикает, блять. Там адмирал, понимаешь, она не должна висеть 12 секунд, она должна висеть 4 секунды и наносить весь столько же урона, сколько наносит за 12. И взрывается она, и она должна вешать такие же бомбочки, только уже по 12 секунд. А сейчас она работает криво. Ну, то есть, типа, по факту, она мало где нужна. Там не сказать, что она прям такая жопа. Ну, ты где это вычитал, что должна быть 4 секунды? Это в описании. Ну, что-то я не менял такого. Он увеличивается там что за тик, за так, типа. Смотри. Живая бомба увеличивает урон на 150%, сокращает время между тактами на 2 секунды. То есть за каждый такт минус 2 секунды должно быть. Она должна в сумме 4 секунды. Так, 3 секунды. А она тикает просто каждую секунду и все. Ну так она всего должна 4 секунды висеть. Потому что, ну ты вешаешь на 12 она секунд. Она просто не 4 тика делает, а, блядь, 12 тиков. Короче, все равно помойка, типа, ее мало где можно заюзать именно так, чтобы она импакт хороший. Не знаю, вот сейчас она мне катанула 41 тысячу. Мало. Это взрыв сам. Именно тик, я только ее бросил. Первый тик 41 тысяча, блядь. Сейчас я посмотрю у тебя. Ты под укусом был, любец? Здесь, вот. На трэша? Под укусом кидать? На лане кидать эту хуйню? Не знаю, адмирал, где у тебя там что взрывается? У меня написано, что у тебя бомбочка в сумме 120 тысяч на ней. Подожди, ну я один раз и кинул.
Живая бомба, Макс. Странно. Ну ладно. А вот у Белки нанесла 4 стакана. Сейчас будет... Ладно, не этот босс, на Синдре покажу. Вот на Синдре там нормально кидать, на тебя как раз между дебафами кидаешь, ее нормально. Или когда она взлетает, тоже нормально. Чё где Лёха? Офигешит. А чё Локи в АФК сидит? Ауди что, не идет крыль? Он только он будет ходить, сказал, на РС 25 гер. Нихуя себе, а что-то можно? А у него джайна, закрыта? Да вы все перековеркали. Я говорю, написал, сказали в РС в обычку, а больше ходить не будут. Я ему пишу, в рейд идешь? Он мне пишет, нет. Я говорю, а что у тебя случилось опять? Он пишет, жду рейда в РС, мне триня же нужна. Я, блядь, похохотал, нахуй. Не, ауди пацан с приколом, я так понял. Ты набухался, наверное, опять завтра. Я ему пишу, блядь, опять говорю, сейчас начудишь, нахуй. Жалеть будешь. Да он в ПВП, наверное, женек. Ладно, ваше здоровье. Или, я не знаю, кольцо удачи надел. Чё там, все тут? Ты же понимаешь, да, Стас? Он вчера, конечно, тоже в Дискорде сидел бухой. Правда, кстати, интересная закономерность. Каждый раз, когда Кыш бухой, он из гильдии выходит. Чё, поехали, Денчик со старым полетают. Женуэн с речи похилят. Париду. Это будет долго. Ну а что делать? Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Блять, совы, не отталкивайте, пожалуйста. Летучий адмирал. Да, место выбрать, куда бежать, я неудачно выбрал.
Свечка. Слушай, я понять не могу, но валит ее вообще реально вайпаться? Да. Да. Реально. Я видел как-то, как в обычке вайпались на валит. Я просто хз, настолько изейший босс. Я не знаю, блин. Никак. Ну смотри, берешь какого-нибудь 220-го хила и заставляешь его летать. Он это будет делать очень долго. А трэш с каждым промежутком времени увеличивается, насколько именно скорость появления. Белка, как ты тут помереть умудрился? Я одной бомбу кинул, блять. Не бомба, а глыба, и всяк. Он рядом стоит. И ёбнул мне 50. А причем лут с нее вообще топовый. Кому-то. О, у нас Денчик. По-моему, рано Геру дали. Блять, я чё, один хилю, а где Денчик-то? Он у нас... Он вылетел. Да. Я так просто смотрю на эту хп в элитре. На полтора ляма Геры. Все, раньше были совы, теперь лисы. А если сова еще и лиса? Старый не сдохни. Пизду стаки проебал нахуй. Ретрики, не знаю, полетаете. Возложение покидаете пусто. Проебал возложение на Герию. Thank you.
чуть больше лям. Свечка право вверх. Блять, все так хорошо начиналось, теперь не очень. Свершилось чудо. Я уже, блядь, думал, не убью. Старый, спасибо, что ты есть. Тогда бы вар ГП получил, блядь, потому что сглазил. Жесть. Ты тоже неплохо. А, ну да, ну да. Как ты там говорил, топовый лут, да? Не, я говорил про лут, а не про дроп. Я говорю, топовый лут. Выпал. Знаешь, Белка, я начинаю жалеть о том, что я когда-то взял этот джезл. Тоже взял его как-то раз на хлеб представить, так и не одел ни разу. Я типа его брал тогда, когда я только этого твина для АДВ рейда докачал. Взял просто, чтобы взять. Типа всяко лучше, чем 230. Не, ну по-любому, конечно, по статам лучше. Говорю, Персик, а тебе куда на успех? Вы разве носите такую хуйню? Вроде как нет. Не, жезлы не носит. Не, правильно. Там про кинжал. По-моему, носит. Кинжал? Серьезно? После PvP. Коты носят кинжалы? Нет, серьезно, я просто. Я же в шоке небольшом. Да это бред, не. Япончик, ты как раз вовремя. Да, тут этот бисовый, эта хуйня упала. Бисовый даже. Че, шкафоните, давайте суманем. Че гоните? Какая нахуй синдра? Мы сейчас будем вайпаться неделю там нахуй. У нас есть ДЦ и все, изи. Хилов есть, 2 ДД не хватает, должны закрыть на изи. Подумаешь, минус 2 ДД, подумаешь. Главное, что ДЦ будет и все, еб. Че, предлагаешь в ЗС пойти? Пойдете. Еще ты, Гленчик. Типа, все четко все сделают и убьем. Четко, мы по-другому и не умеем. А там вот какой-то... Алло, меня слышно? Пати, дайте. Я уже сколько времени говорю, я уже проводил всех людей. А, кстати, всех там занимает. Этот... Паладин... Я не знаю, правда, он вечерний или дневной. У нас вчера на РТ приходил, но у него каты не было. Не хочешь целкашку сходить? Это паладин, да, он этот. Пепал? Пепал, да. Я даже не знаю, когда читается правильно. Я вначале думал, что это репопал какой-то. Ну как, прочитал, так и есть. Все тут? Чё там, чек? Ну, присутствует. Ты сапрота тикает. Сапрот тикает. Какой сапрот уже закончился? Сапрот закончился, а у меня тикает еще. Вроде бы, блядь, и пристав пати взяли, а приставав. Чё там, ребята? Пойдём? Комнату нет? Да, пошла. Что там, старый? Женёк, адмирал. Забегайте сюда. Жужжен, как обычно.
И это я в форме мишки был. В свином шмоте? Я нажал дубовую кожу, мишку. Ну, звездопад отдал, да? Не, звездопад не отдал. Просто интересно, чем, почему ты упал? Я ДПС, по сути, ничего даже не набил. 2900 дали. Может быть, кто-то не пулил? Вроде нет. Коварный не кисос? Просто не успели. Нет, там двое напулили на двух танках. Китос вообще не напулили. Да, просто не успели нагреть. Я просто помню, что было такое, что он там на кого-то другого напулил. Да он озвучивался. Перекурчики будут? Какие перекуры? После джайма говорят. Если только пока началось сразу, я пойду покурю Билла, пойду покурю Билла. Билла-то это другой один. Челик один говорит, срать и родить нельзя, погодить. Курс? Кто-то знает, что такое Даунтмастер? При чём? Никогда не пользовался. Я тоже никогда не пользовался, все это заходит. Слышь, Кирс, пойдём в отдельный канал, сходим на 5. Угу. Ну, пошлите, майк. Какое танкование и с чем его едят. Иди, Леха, ты специально что ли вызываешь рев? Это ОЕ Агр, по-моему. Вот только что от КДШ. Я просто сейчас забыл за ним. Да где ты увидел? Нормальный скилл такой, но... Я на мелких нажимал. Мелких. Мелкие же по сути не убьют, они что там убьют. По 30. По 129. Куда вы пошли вперед? Сейчас от Невенца будет. Еще мелкие. Еще разок мелкие и все. Не у всех так как будто лагает, спускаются, да? Ну, всегда так спускается анимация. Они не плавают. Чё ты, Драгон, ведёшь? Я там войско, да? Где? Давай блин рекаунт, посмотрим, кто будет топ по дракончикам. На софт там бопы распределить.
У меня один FPS, даже меньше. Зато убили быстро. О, смотри, я 29 тысяч надамажил. 52 тысячи ДПС, нормально. Шестая позиция. 83 тысячи. Вервольф 65к. Кого там 83, вы что там загнули? Не знаю, но у меня ската. Это болезнь какая-то? У меня по рекаунту максимум уроги. Мне по скате показывали урога 40 тысяч максимум, все. У меня 65. Какие вы там 80 пока? У меня у Вервульфа 77 по скаде идет. Именно на мелочь. Ну раз у всех так данные разнятся, значит не верьте им, и все. Чё вы тут письками меряете? Они из-за того, что мы находимся в разных временных плоскостях. Плюс сюда еще пинг и задержку компа учитывает. Всех компы разные. Цифры эти всегда будут разные, они никогда не могут быть идентичными. Че, перекур после синдры? Или... Какой синдры перекур? После чай. После джайны же сказали. Вот на пауках эти кто-то говорил. Пацаны, надо покурить по-любому перед синдрой. Есть рейл, что-то рейл еще ничего не говорил. Че вы судите, когда насчет перекур? Просто кто-то сказал. Ну не курить, я просто спрашиваю. Как вы вообще узнаете, что вы хотите курить? Мне очень интересно. Подъем засчитан, да? Что за ложное мнение, блядь? Вот это хребтохруст, пока мы его бьем. Берешь и открываешь форточку. Это гайд, если что. Открываешь форточку, берешь сигу, зажигаешь, куришь. Хребтохруст убит. Все, пуляем синдру, дальше идем. Нихуя тип, блядь. Только я на гайде рассказываю. А ничего, потому что дома все вещи вонять куревом будут. Ну так в противоположный проект открываешь еще форточку, чтоб тяга была. Ладно, у тебя рот воняет куревом, какая разница. А кто сказал, что я ртом курю, блядь? Это вообще тупо. Сука, вспомнил, но ведь пиздой какая-то баба курит. Видосик. Пиздец. А это жестко. Курильщик. Как она закурилась, ты спросил? Чтобы у меня изо рта воняло, я поэтому буду помнить. Жвачку закидываешь, да? За губу. И заебись. Не знаю, зачем вы курите. Когда можно просто закинуть. Когда можно просто выбить шмотку, которую тебе надо, и просто кайфа получить больше, чем от сиги. Я думал, ты скажешь выбить шмотку и не ходить в рейды. Да не, в рейды надо рейдить. Помогать одеться челикам, которые еще не выбили шмотку. Идите курите 5 минут. Отлично. О, спасибо, Леха. Пойду вдал слета. Просто перед синдром не покурить, это сравнимо с смертью, блядь. Ну, так, вроде 30 человек. Если человек не вернулся, ему ДП. Все бьются проты, а Женюк чё проты? А чё, вороты есть?
Или не звезды еще? Угу. Чевроты есть? Чевроты? Чевроты, блядь. А по-русски? Это игра слов. Забей. Ладно, забей, внутри. Это просто очень тонкий юмор. Я мне багруха буст такой даст. Она много стоп дает. Минус просто 60 из духа в СПДске. Ага. Вешайся, хули. Ну, кстати, так-то знаешь, Белка, я мог забрать и багруху, и остаться по приору среди кастеров. Да, ну, блин, два раза лутать, типа... Я вообще не ожидал ее забирать. Ну, она вообще мне, кстати, пошла сейчас. Она, я а вот что она могла не выпасть, да? Это да. Я все-таки так подумал, я буду ориентироваться на бис нынешний. Да, я тоже так говорю, я говорю, но лучше начать вот, поэтому я с шею скеля заранее взял под конец недели. Сейчас, если тапки с Джайны выпадут на этом КД, вообще шикарно. Я сразу две шмотки сменю. Сейчас мы, если Джайну убьем еще. Первым, типа, что она 100% падает. Каждому, зачем ее брать первой? Ну, знаешь, типа, мало ли. Может, потом я потом не буду попадать на эти РТшки. А так, конец недели, там все равно списание было, там разницы особо нет. Ребят, это лог Розелина, у меня свет, короче, рубанули. Хуя. Ляпуха. Да, то бишь, когда дадут, хер узнает, муж на короткое время вырубали. Сегодня это уже второй раз вырубают. Мне кажется, это ГП, блядь. Не, ну а почему ГП? Я чё, виноват, что свет вырубили? У меня все оплачено. Звони, разруливай, скажи мне ГП, говорит, да. РЛ, скажи, сейчас кикнет. Они скажут, да-да, конечно, сейчас включаем, подожди минутку. Лёха тут? Ну, погляди, может, там птицы на провода сели. Да хер его знает, кто там на провода сел. Вали ее на пол. Ломай ей хуй. Осуждаю. Странно, у тебя предпочтение, конечно. И девушка. Знаешь, как сказал один мудрый человек, зачем терять половину удовольствия? Ты его сейчас защищаешь, просто не понял. Александр, скажи, мужик. Меткости не хватает. Сможет. Десять секунд, я подлетаю. Десять секунд, ты ВП. Я уже вынужден залетаю. А портал активировали? Тест. А ты что ли активировал?
теперь у меня нету тапки. Тапок. Как Синдру бить? В смысле? Да никак, я все говорю. Че, че, не тяни? Я сам вообще не представляю. РДД хватает? Мало. В смысле мало? Считай. Мало. Нормально это когда миликов 15. Я РДД еще дополнить. Ну я по ДПСу думаю, что ДПСа хватит с головой. Да, это же... ДПС это хватит. При условии, что падать не будут пачками там, по 5 человек. Конечно, сложится. Вот одного РДД бы не помешало. Потому что его кофнулся. А у него свет, типа. Я в курсе. 9.23 плюс. Что-то никого с РДД нету. Давай, Леша, я спикусался. Вообще я только паладинов вижу. И ауди. Ну именно все те с гильдии. Биг бабла бы. Бабл, РДД, СПД имею в виду, а не хан. То, что ты спекнешься, это такое ся. Лёх, а за приход тебе напало начислял я? Я не знаю. Давайте я на Элема заведу. Ну тогда у вас будет минус хан, правда? Там больше ханта дает, что и на Элема. Да нихуя он не дает, что он тебе даст, там 264 Элем дает. Ага. Тогда следующий вопрос, нахуя тогда на него заходить? Ну нахуя, чтобы был РДД. Сейчас через... Да толку. Тут столько РДД, что как бы 5 хилов никогда не будет под освобождёнкой. Ну, блядь, попросите бабла зайти, блядь, на Лениного какого-нибудь там, приста или еще какую-нибудь хуйню, у него там 1000 персонажей. Бабл не может этого сделать. Потому что он в топе на БГшке. Он не может так и менять. Седьмое место. Все, Токсик ушел. Токсик так нихуёво поднял, блядь, в уланах. 5 хилов. Только там хилить. Полтинник, да, давали за первое место? На БГ. Ага. Еще плюс бонус, да, по-моему, или... Не помню. Не, 50 и все. Ну, это тоже неплохо. А че, а где Токсик? Что-то я его не вижу в топе. Вообще нет. Все, нах, наиграл. Провокатор, адмирал, Женек, Япончик.